Всем привет! В этом видео я расскажу про возможности шаблона сварщика UCS3 и его метрологический статус. UCS3 используется для контроля качества заготовок, сварных швов и их дефектов, таких как превышение, поры, кратеры, забоины, подрезы и другие. Далее схематически будет показано, как именно шаблон применяется для контроля разных параметров. Измерение притупления кромки и угла разделки. Измерение зазора при помощи клиновидной планки. В работе это выглядит вот так. Смещение кромок заготовок и готовых изделий. Измерение ширины шва при помощи линейной шкалы. И измерение высоты усиления шва при помощи подвижной планки. Шаблон имеет пазы для измерения диаметра электродов и сварочной проволоки. На оставшихся схемах показан способ измерения параметра дефектов сварных швов, таких как западание, чешуйчатость, подрез, вогнутость и выпуклость. На реальном изделии это выглядит вот так. Часто используемым параметром, который UCS3 не измеряет, является высота углового шва. Для таких измерений обычно используют шаблон Красовского или шаблон Ушерова-Маршака. Доработанным вариантом UCS3 с возможностью измерения высоты углового шва является шаблон UCS4. Если сравнивать эти шаблоны по функционалу, получается примерно вот так. Заготовки и сварные швы имеют и другие параметры, не охваченные функционалом описанных шаблонов. Чтобы не запутаться и выбрать шаблон с нужными характеристиками, можно воспользоваться таблицей, выложенной на нашем сайте. Таблица содержит функции, диапазоны измерений и погрешности шаблонов российского и зарубежного производства. Раньше шаблон UCS3 считался средством допускового контроля и поверки не подлежал, так как не являлся средством измерения утвержденного типа. В прошлом году наша компания внесла UCS3 в госреестр, оформив его как средство измерения утвержденного типа. С этого момента применение шаблона на опасных производственных объектах требует свидетельства о поверке. Данное требование в большей степени относится к специалистам неразрушающего контроля, работающих на объектах подведомственных Ростехнадзору. Для большинства сварщиков поверка не обязательна. Они могут приобрести шаблон без метрологической аттестации, либо с сертификатом о калибровке, который делается в добровольном порядке. И в конце загадка. Кто знает, для чего на UCS3 два отверстия, пишите в комментариях. Все ссылки под видео в описании.